Эй, йоу, вы на канале группа Баквит, и это, я думаю, уже почти или точно финал прохождения Marvel Spider-Man 2, ребята, let's go! Вот у нас костюм антивенома наш великолепный, да? Смотрим, какие у нас еще есть варианты. Ну, типа, не антивеномы, да, поэтому точно будем на антивеноме летать. Так, тут у нас что? Это все хуйня, это нам не надо. Гаджеты можем качнуть? Не можем. Очки навыков 0. Понимаю. Окей, let's go. Пока нет. Была заминка. Майлз спас мне жизнь. Что произошло? Симбиот остался во мне. Он начал меня подавлять. Но... Да, бля, было круто. О, очко навыков. Сюда, нахуй. Сюда очко навыков. Так, что это? Использование полной шкалы мощи. Полностью перезаряжает. Нихуя, заебись. Вот это хорошо. Ощущения другие. Даже голоса пропали, но сила осталась. Это невероятно. Это охуенно. Иби, чтобы ты знал, я не стала подписывать своим именем ту статью. И уведомила хозяина квартиры. Ну, мальчиков не можно въебать. Это значит, пока квеста основного нет. Правильно? Правильно. Сюда, ребята! Паучьи дела! Может, перерывчик? Бану. Я не помешаю? Ну что ты? Вот за так. Дело? Вот, и сейчас одни симбиоты, да, в городе, я так понимаю? Нихуя ты меня притянул! Что ты, кто такой, блядь? Ты нахуй. Охуеть. Бля, нормально они так-то ебошатся. Плотненько. О, Майлз здесь, нихуя себе. Это круто. Круто, что тут Майлз вообще. Ну чё, блядь? А, блядь, тут и симбиоты, и эти бедолаги еще. Медведи ебаные на велосипеде. Охуеть. Интересно, блядь. Где? Где противник-то? А, вижу. Это вот так вот делается. И все, заебись. С меня свидание. Летим дальше. Здорово, Майлз. О чем вы там говорили? Это значит, что если мир превратится в инопланетные пустоши, я не хочу оказаться. Почему не молчали? С кем, кроме ну, видимо, потому что МДЖ говорит, да? Уя в инвиз ушел, съебал. Круто. Это охуенно, я считаю. Ну что там? Пока по ищу Гарри, погляжу заодно, кому еще нужна помощь паучка. Ну, погнали, хули. Че нет-то? Вон. Стараюсь не отставать. Анусы песочные, пойдемте делать. Здравствуйте. Марко, если ты слышишь, я не люблю шоу марионеток. Ба. Ну песочный изи, конечно. Блять, ну это надо было, конечно, в центре, в скоплении делать, да? Вот тут бы сейчас делать. Пиздец, я, блять, просто хуйней занимаюсь. Ладно, что, они с боссом заебашимся, поэтому похуй. Вот и все, вот и изи. Сюда нахуй. Берем вот этот анус и оп! Вот так вот. Оп, нахуй. Все. Анус с геморроем, пожалуйста. Если кто-то ел, приятно какие-то сори. Им нужен зверь во мне. Но я уже давно не выпускал его на волю. Ведь я дал тебе слово. Марко отказался от песочного человека ради дочери. А Крейвен ради своей Крейвен Гандон пробудил его. Крейвена вы въебали. Мы ему, по-моему, голову отпустили, да, если я. Ничего не путаю. Может, кстати, это глянуть в прошлых выпусках. Йоу. Ну что там насчет, блять, квестов основных? Сколько можно городу-то помогать уже? Награда района, редкие детали сюда, бам. В том магазине остались люди. Идите сюда, мальчики. Оставайтесь зайчики. Внутри! Я смогу вас защитить! Бах, нахуй. Это было стильно, я считаю. Ух ты, ебать, меня въебали, что нахуй? Пиздец, пиздец. Ладно, поборемся еще. И все, мне квест не засчитали, я понял. Погнали другой искать, хули. Да, о, наконец-то.
Алло? Она в лаборатории. Вот. Погнали. Звоню Майлзу и бегом туда. Майлз, встретимся у лаборатории Коннорса. Похоже, Гарри там. И дело плохо. Уже в пути. Летим, летим, летим. У центрального парка есть проход в лабораторию Коннорса. Нужно пробиться к Гарри. Вон там. Я знаю, что смогу до него достучаться. Полетели. Только б не тронул Коннорса. Так, мальчики. Ничего. Копы разберутся, я думаю. Я разберусь. Бегите! Ну, я бы помог. Но мне нужно спешить в другое вот, место. Вот. Факты. Как же все-таки приятно летать, ребята. Просто разъеб какой-то. Просто охуеть. О! Сюда паучок. Папа, не волнуйся. Я пока еще улетаю. Ой, не, это прям хобота. Это нам не надо, сори. Все, мы почти в лаборатории. Вот и добрались. Ну что там? Где Гарри Осборн? Он же Веном. Норман, что вы задумали? Ну тут он с батя, нихуя себе. Он батю сейчас не ёбнет. Камешек. Пожалуйста, не надо. Бля, что-то будет. Что он хочет сделать с камнем? Мне кажется, сейчас и узнаем. Пойми вот что. Гарри нет. Он и симбиот слились воедино. Я найду способ спасти его. Поздно. Но ты можешь остановить симбиота. Как? Похуй, живой, убив здоровый батя. Прошу. Спаси моего сына. Все в симбиоте, блядь. Угу. Ну, это прикольно. Какие-то уже очень странные дела, ребята, начинаются. Охуеть. Ну посмотрите, как красиво. Охренеть. Вау. Человек-паук. Я знаю, ты тоже в курсе. А мы можем сделать фоточку? Того,
происходит? Нет, ладно. На жителей Нью-Йорка нападают эти твари. Я займусь. Берегите себя. Ему нужен был тот метеорит. Теперь он сможет исцелить мир. Мы не это имели в виду. Что там меня атакуют, блядь? Симбиоты везде сидят, что ли? Ничего себе. Сидят, плюются, блядь, козлы. То есть внизу вообще пиздец, да, происходит такое? Симбиоты в натуре. Рвутся к этим людям. Охуеть. Круто. А, так все, мы пришли. Вот так вот, нахуй. Нравится вам? Симбиотики мои любимые. Нравится вам, блин? Да нихуя себе! Откуда столько урона-то? Охуеть. Пиздец, блядь. Чуть не откис опять. Все целы? Ты в порядке, брат? Советую вам как можно быстрее отправиться по домам. О, боже мой, спасибо. Апокалипсис. Киса, не боись. Ой, зачем я это нажал-то, блядь? Ебанутый. Какой я олень, блядь. Сука, вижу кнопку, нахуй нажимаю. Долбоёб, блядь. Пиздец. Пиздец. О, нихуя. А, это... Я думал, что-то случилось. Это у меня суперсила закончилась. Понятно. Ну, красиво город поменяли. Респект дизайнерам. А, типа, игра хочет, чтобы я всех спасал, да, параллельно? Ну, сори. Вот автобус. Надо спасти пассажиров от симбиотов. Я разберусь с этими тварями. Оставайтесь в автобусе. Так, чё вы? Вот сейчас бы мне пиздец, как пригодилось, блядь. Всё моё, это, суперсила ульта, блядь. Так, стараемся не бомбить, значит, не психовать, да? И все у нас будет заебись. Надо спасти пассажиров от симбиотов. Я разберусь с этими тварями! Оставайтесь в автобусе! Человек, вот так вот. Ух ты, сука! Нравится, блядь? Вот это хорошо, вот это вообще лучший скилл, блядь. Ох, мансит он, блядь, посмотри на него, фиолетовый. Ёбаные вы телепузики, вот вы кто. Так. Чё, как вас освободить-то, ребята? А, все сами. Майлз. Молодцы. Есть разговор. Это точно. Повсюду появляются гнезда. Высылаю тебе координаты. Че, сейчас гнезда бомбить будем? Погнали. Это что-то другое. Гарри, я найду тебя, дружище. Я найду тебя. Где-то. Так, пробуем не отвлекаться на побочные квесты, типа, да? Я понимаю, что игра нам добавляет... Вот, таймсфер. Игра добавляет нам, типа... Ну, антуража, что пиздец. Все разъебано, симбиотики захватили всю хуйню. Хули. Да, верю, как говорится. Но делать я это ничего не собираюсь. Так. Че с костюмом? Я его не выбирал. Этот-то костюм не из пришельца. А, это новый, нихуя себе. Думаю, пришло время мне найти свой стиль. Прикольно, блядь. Вариант номер один. Слушайте, неплохо. Смотрится классно. То, что волосы у него есть, это вообще охуенно. Что произошло?
Гарри забрал метеорит, я не смог ему помешать. Коннорс сказал, его не спасти, остается. Я не могу потерять Гарри. Снова не могу. Придется, а чё? Я видел, Мэй, у тебя в голове. Ты не виноват, Пит. Она хотела тебя спасти. Спасти всех нас. Она не думала о себе. Даже когда не могла дышать. Мэй, мой отец. Похуй в кедах при этом. Будь они здесь. Вадики. А, так это реклама Адидаса. Здравствуйте, блядь. Лучше помогайте людям. Боритесь. Гарри еще там. И мы пойдем на все, чтобы его вызволить. Излагай план. А Питер здоровенький, блядь, такой. Хорошо. Машина, нахуй. Разделимся. Такой вот, блядь. Так будет быстрее. Ты найди метеорит. А я зачищу гнездо. Договорились, Человек-паук. Мы Майлз, я так понимаю, да, на новом костюме. А можно цвет поменять? Неплохо выглядит. Мне очень нравится, что прическа есть в этом костюме. Это кайф. Так, окей. Цвета. Вон, вижу, можно. Итак. Белый, ну такое. Вот этот неплохой, как будто, да, с красной линией. Это типа классика, да? У него считается. Ну, вот такой, да, давайте. Так, улучшение костюма. Ничего не можем. Гаджеты, ничего не можем. Навыки тоже никуя. Пора начинать. Поехали. На кедах, блядь. Ох, и Адидас. Ох, и купить хочется. Нет, если что. А, ну он первый внизу. Нужно рядом. Нужно проверить заражет. Зачищу здесь и пойду дальше. Так, и что делать с этой хуйтой? Просто взорвать? Начнем обратный отсчет. Кто испугался, а? Так, а я-то, блядь, не антивеном, ребята. Я-то как их разъебываю? Скажите мне, пожалуйста. Ну, видимо, просто вот так, судя по всему. А, все, я понял, надо, чтобы эту хуйню не разъебывали меня. Майлз. Что? Эй! Откуда идет этот голос? Нельзя пустить их к сердцу! Да, этот голос, я так понимаю, везде. Да ебать, нихуя они меня въебывают-то, блять, камон, сука. Чё за нахуй вообще? Ой, блять. Попробуем быть чуть-чуть порасточительнее, что ли. Вот там баночку можно завязать. Да? Майлз. Что? Эй! О, биоудар есть, смотрите. Бах, нахуй. А чё всем похуй, я не понял, блядь. Вы чё? Иди сюда, Майлз. Откуда идет этот голос?
Нельзя пустить их к сердцу! Блять, суки. Ты надо им, блядь, до сердца доебаться, козлы, сука. Как ты, человек-паук? Наверное, я почти вычистил гнездо, Пит. Но я слышу голоса. И я тоже. Ищи метеорит дальше. И не слушай, Гарри. Это не его слова. Да, ты прав. Позвони, когда закончишь. Будь начеку, Пит. Да сука! На, нахуй. На, нахуй. Так, ну вроде вывозится, ребята. Да пиздец, их очень много, я в ахуе. Я в ахуе. Еще 30 секунд. А, так надо просто продержаться, так хуйня не вот тогда. Фу, я-то думал всех ебать. Вот, хорошо. Тихо, бля. Одна секунда, смотри, одна секунда, и я умер. Да ну нахуй, нет, 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 блядь. Нет, нет. Сука. Я в ахуе, бля. Пиздец. Пиздец. Ебаная игра, блядь. Сука. Это с одной стороны круто, но с другой стороны, зачем так подло это делать? Пиздец, ты чё, куда, блядь? Ёбнулся совсем, что ли? Окей. Ладно, надо хилку, короче, держать. Похилились, отлично, минута 30. Пора, пора. Бах. Нравится вам гандоны? Минута 10. Окей. Бах, это хорошо сейчас было. Нормальная такая комба. Ох, и бежал он, сука, уже к сердцу. 50 секунд, ребята. Да, блядь, нет, не умирать нахуй, Майлз, по-братски. Только не умирать. Охуенно, он сам сейчас. Так. Здесь, ребята. Ребята, 20 секунд нахуй. Как мне продержаться? Вот как мне, блядь, продержаться? У меня не скилл, сука, нихуя. Ты чё, гандон? 13 секунд. Блядь, эта игра меня выебала уже дважды, блядь. Сука. Yeah.
нельзя пустить их к сердцу! Ты заебал меня, въебывать! Ты кто такой-то, нахуй? Ты, блядь, уша. Я, блядь, путаюсь, L1, R1 уже, вот в чем проблема. Пиздец. Что за нахуй? Чё тут полопалось? Я вообще не понял. Пять секунд. Ульта они еще не заюзаны, если что. Все, заебись. Да что это за хуйня-то взрывающаяся? Ее же не было. Ну ее же не было, ребят. Ну это же пиздец какой-то. Какого хуя? Ваше время на исходе! Пиздец, и я в итоге не похилился, да? Пора ульту юзать. Потому что я, блядь, не похилился. Двадцать секунд, ребята. Скоро хилочка будет. Вот и хилочка. Все, пройдено. 13 секунд, ребята. Точно пройдено. 10 секунд, охуенно. Пусть сработает. Ой, хорошо. Так как? 3, 2, 1, блядь. Все, 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 пройдено, 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 пройдено. Да, нахуй, да, блядь. Как меня игра сейчас выебала дважды, я в ахуе. Оно на месте. Пожалуйста. Оно что, со мной говорит? Идем с нами. Иди нахуй. Куда я с тобой не пойду, блядь. Какого черта? Древо Венома какое-то, что ли? Ты дома. Ага, еще что? Наконец-то там, где твое я место. Посмотрел на Майлза со способностями Венома. Ты вот, это было бы охуенно вообще. И все, кто тебе дорог, тоже. Голова! Надо найти, найти выход. Источник. Зачем тебе уходить? Мы здесь. Оставайся. Ты, Питер, мы. Мне здесь не место, Гарри! И тебе тоже! Давай, Майлз! Давай! Дай нам исцелить вас. Приведи Питера. Еще что, блядь? Так нельзя, Гарри! Хуёв тебе в тачку, дядя, ты, блядь. Подружка его не моя, точно. Точно, точно. Что ты мне показываешь? Прошу, примкни к нам. Я тут потекло, блядь. Хочу симбиота Майлза. Да. Ну, Майлзу похуй, окей. Майлз красава. Надо спасать Хейли. Пит, я видел метеорит. Он под Гарлемской станцией метро, рядом с мостом. Погнали. Так, за Пита хаботим теперь. Направляюсь туда! Дождись меня, ладно? Гарри ищет тебя. Я должен помочь Хейли, но дождись, ладно? Эй, постой! Что случилось? Меня засосало в коллективный разум. О, красиво. Было видение метеорита под землей. Но не нравится мне это. Думаешь, Гарри там? Я серьезно, Пит! Дай мне 10 минут! Ты не справишься один! Ладно, звони, как закончишь! А чё Майлз такой злой? Не могу заебал. Терять время! А, я понял. Вот и вход в метро! Майлз наверняка... Бах, блядь! Метеорит. Почему я урона не донёс? Надо расчистить этот мост! Всем оставаться в машинах! Я смогу защитить вас! Гарри! Веном! Конец он его Веномом, Веномом назвал. Да, я тут, дружище. Помоги. Да, да, ты держись, я иду. Ну это наебало, конечно, чистой воды, блядь.
Бля, у Питера хотя бы урон с руки есть, блядь, хоть какой-то. Вообще нормально отлетают ребята от Питера. Я, кстати, блядь, забываю все у Майлза юзать инвиз, пиздец. Я его, по-моему, один раз юзал в игре, когда нам показали, что он у него есть, блядь, и все, пиздец. Вообще ебанат. Красота какая! Иди сюда. Въебывайся там издалека, козёл, блядь. Лезут из тоннеля метро! Метеорит явно под землёй! Так и чё, она может туда? Прошу, ответь мне! Нет? Ага. Они выёбываются, я понял. Нужно идти под землю, но не бросать же людей! Блять, ну походу надо идти под землю, без вариантов. Да пиздец, ебут, блять, в смысле? Так надо идти под землю или, блять, людей спасать, заебал. Ладно, сам решу. Можно идти под землю, все заебись. Приключение задания. Да сука, нельзя, блять. Да нельзя. Так ты, все, залокал. А, пиздец, блядь, ребята, нахуй, это какой-то кек-чебурек, блядь. Зачистить симбиотов, все, вот же задание, чё я голову ебу. Давай! Лезут из тоннеля метро! Метеорит явно под землей. Веном! Прошу, ответь мне! Нужно идти под землю, не бросать же людей! Вот эти, блядь, с языками вообще опасные ребята, нахуй. Их, походу, надо в первую очередь верить. Ох ты, сука, мисуешь еще, блядь. Да откисни уже, заебал, что такой жирный-то? Пиздец. О, здравствуйте. Водое? Не сейчас! Комба тебе, бам. Да это нет времени. Может, нет. Нет, Человек-паук, продолжай. Ах ты, сука. Гарри! Ты слышишь? Да как тебя захуярит-то ты, блядь? Я найду тебя. Я иду. Сука. Просто лежи! Вот и все. Все, пиздуем метро. Вот, тоннель метро. Пиздуем? Да. Погнали. Откуда ты приземлился, стоял на месте? Эй, ебанат. Ты добрался до Хейли? Пока нет. Но ты должен мне еще пару минут. Ну прикольно, что вот туда-сюда, за того, за этого. Это охуенно. Так, надо женщину свою спасти. Нет! По нему. Она тебя не слышит, брат. На нахуй, перпот. Что ты здесь делаешь? На город напали чудища, и предложили людям укрыться в нашем центре. А ты почему здесь? Разве ты не должен сражаться с ними? Я хотел спасти. Ты потрясающий. Ты так мне нравишься. И я тебе вроде. Так давайте уже встречаться, брат. Можно тебя пригласить? Да, наконец-то, ура. Ну, мое почтение, Майлз. Свидание. Свидание. Два свидания. То есть, да? Я теперь всемирно известная художница, у меня все дни расписаны. Посмотрим, ох и флиртует. Прикинь, оба сказал. А, дни расписаны. Ну иди нахуй, я вообще-то Человек-паук. Потом, как все. Кого-нибудь другу свою паутину заведу, и мать. Такой, прикиньте, Майлз был бы. Долбоебик. Пит!
нам пути! Пит! Пит! Оп, похоже, Пит опять. Привет, оставьте сообщение. Привет. Я поговорил с Коннорсом. Он сказал, что исход очевиден. Но ведь это неправда. Гарри, я напортачил. Я наплевал на тебя. На твою мечту. На нашу мечту. Исцелить мир. Прости меня. Если разберемся, не ной, что ты, блядь. Сейчас всем пизды дадим. Ну, попахивает а-ля финальной битвы какой-то, ребят. Питер, ты здесь? Я здесь. Ты наконец готов. Гарри, я не могу. Что? Что такое? Что так темно нахуй? Это что, куча петушар? Охуеть. Я хочу помочь, Гарри! Нет. Ебать их много. Их Ловит очень паук. Много, ребята. Ты спустился вниз? Ты я, блядь, в логове ебаном похоже, каком-то. Похоже, это здесь! Он точно! Прости, я не мог! Я знаю. Попробуй найти путь вниз. Все будет в порядке! И все будут в порядке! Ну, пока что-то дела хуёво. Питер. Еще и свет выключает периодически, охуеть. Ну, это круто сделать, когда нихуя не видно, это прикольно. Прикольная находка. А, я понял, игра ждала, пока эту хуйню включу. Мне нужен этот метеорит! Я уже близко! Бах, нахуй, ебать они откисают, охуеть. Это круто. Может, надо что-то сделать, типа, а не крошить их просто для беспамятства, блядь. Вопросики. Заебали свет выключать. Все. Последний, заебись. Отлично. Так, что делаем? Найти метеорит. Питер. Гарри! Гарри, ответь мне! Полезем. Помоги нам, Питер. Ты нам нужен. Я стараюсь, приятель. Но мне нужен метеорит. Майлз, тут нет камня. Let's go. Нет? Погоди, я уже рядом. Опа. Спасибо, что зашел. Мы хотим кое-что показать. А чё так просто меня берет, блядь? Я же антивеном или что? Я насрана, блядь. Мы исцелились. Мы свободны. Мы можем освободить других. Но нам нужен ты, Пит. Нахуя? Исцелим мир вместе. Нахуя я тебе нужен, брат? О, Майлз. Отвяг. Йоу! Молодежь, ты ж. Эй, бро, отвянь от него, чувак. Нам надо уходить. Это какой-то абьюз. Все, съебались. Погнали драться уже, ты, блядь. Здоровяк.
порядке? Надо связаться с МДЖ. Я знаю, где Митяри. Отлично. Отлично. Это очень хорошо. МДЖ. Пройти в дом Мэй. Поехали. Ребята, что происходит? Это метеорит, на котором сюда попал симбиот. Он меняет с его помощью город. Я знаю, где он. И придется его забрать. Давайте обсудим. Поняла. Увидимся дома. Там мальчики меня плюются. Заебали, блядь. Чё насчет быстрого перемещения, игра, блядь? Скажи ко мне, пожалуйста. Я думаю, мы не можем это делать, да? Нас нужно фул район пройти для этого. Понятно. Нам что делать нехуй. Получается. Бля, хочу новый костюм. Все. Этим наигрался. Получается. О, это что? Тот самый черный костюм из, блядь, Тоби Магуайра, нахуй. Вот и сам Тоби Магуайр, как будто бы. Ну, конечно, мы делаем вот этот. Ну, конечно. Ну, посмотрите, какой стиль, блядь, это он. Это он, охуеть. Разъеб. Хули мы раньше на нем не играли. Это топчик, конечно. Это величие. Это очень хорошо. Летим, летим, летим. Ну, там кто-то шмаляет уже в них, мальчиков. Копы, видимо. Оху, тачка проехала одна безымянная, разъеб. 2100 метров, ребята. Летим. Вон ускорители вижу, наконец-то, блядь. Наконец-то. Вот это скорость, нахуй. Смотрите, как быстро метры сокращаются. Разъеб, разъеб. Джей. Слушайте, я настоятельно рекомендую вам оставаться дома. Забирайте дверь, забивайте окна. Никому не доверяйте. Город захвачен огромными и агрессивными щупальцами, появляющимися прямо из земли. Ну скажи, что паук. Виноват. Это порождение самого ада. Они ловят, заражают, и скоро окончательно. Мы на месте, ребята. Не дайте им шанса это сделать. Пока правительство никак не может оторвать задницу от кресел, мои верные слушатели наводнили. Это ваша последняя возможность получить ресурс для лучшего жизни перед финальным эпизодом. Да ладно, да ладно. Че там можем вкачать? Вот эту только хуйню. Ну, значит, эту хуйню вкачиваем без вариантов. Без вариантов. Гаджеты. Хуй. Навыки. Вот навыки можем. Я думаю, надо обоих качать по-любому. Скорость получения экстракции достаточно. Отлично. Расочку. Время раскачки. Хуйня. Удерживайте. Потом нажмите. Хуйня. Удерживайте рядом с ровно, чтобы скачать. Хуйня. Так. Что там еще у Питера? Не-не-не, нам надо не способности. Нам надо что-то здесь нажать. Бойдар будешь класс, отлично. Все, ребята, вкачались. Какие-то уязвимости. Давай, говори, усатый, что там еще? Мы будем защищаться. Мы знаем, что люди-пауки нас не спасут. События последней недели наглядно всем продемонстрировали, что эти герои только усугубляют ситуацию. Угу. А пока что берегите себя и будьте бдительны. Мы справимся. Нью-Йорк просто так не сдастся. Я вместе со всеми вами буду бороться до последнего. Удачи. И дай нам Бог дожить до завтра. Спасибо, усатый. Наконец-то он сказал, что не пауки виноваты в этом всем дерьме, блядь. Аллилуйя. Ну чё, народ, я считаю, на этом все. Остался финальный эпизод, да? Да, как мы с вами понимаем. И это прекрасно. Народ, подпишитесь, если еще этого вдруг не сделали. Поставьте лайкосик, если вам понравилось. Можете написать коммент. В идеале нажать колокольчик. Поэтому все, ребята. Всем покедова.